Всем привет, с вами Витёк, и сегодня я буду, как сказать, один в этот раз, потому что Ники сейчас нет в сети, ну то есть в скайпе нет в сети. Сейчас мы, наверное, будем мочить этого. Так, давайте буфер. Баф. Вот образом. И что случилось, я не понял. Сейчас он на меня напал, да? Вот собака. И чё? У меня зависло. Так, наконец-то мы возродились. И мы где? А мы вот тут. И давайте все-таки пойдем на какую-нибудь другую точку. А, давайте пойдем на Диноостров. Да, Диноостров, третья локация. Не знаю. Тут уже кого-то мочит. Давайте к Дину пойдем. Блин, куда это? Так, открытие, вложить за мне что надо? Так. Не понял очень, что мне надо делать. Ну, ладно. Давайте расспросим ее, у него еще об этом. Что мне надо там сделать? Вы одну цифру увидите, чуваки. Ладно, пофиг. Короче, пофигу. Мне что-то лагает, не знаю почему. А сейчас мы побежим туда. Пока мы бежим, могу это сделать. Да, я могу это сделать. Бафер. Баф на атаку. Баф. У меня есть баф на атаку. Сейчас мы будем мочить этих гадких существ. Он, я уже одного вижу, я уже хочу на него напасть. Прям хочу на него напасть. Не сюда. Так, давай, атакуй. Так, не берется у него чуть-чуть высоты. Давай. Оу, е. Ну, несколько.
Ну, чуть-чуть мы дали, нам дали. Давайте на этого орнита мимо нападем. Слышать. Вот эту штуку. F3. 4. Ткань динозавра есть. Теперь осталось яйцо динозавра. Дикий дракон. Давайте на дикого дракона нападем, что ли. Так, ладно, F3. Так. Динозавр. Мне, походу, нужно яйцо динозавра. О! Один на них. Еще на этих мелких не нападал. Пришло время, походу, напасть. Ничего не понял, но это было весело. О. Ну, еще у нас точки есть. Никто их не берет. О, там какие-то побольше уже. Нет, те же самые, я уже с ними встречался. Ладно, я потом дикого дракона потом укрощу. Так, по хитцелозавра я тогда не могу достать жизни, потому что... А, нет, все нормально. F5 будет было критической. Нет. О, набежали, все, капец. По своим жизням у них все. Сейчас он... Убили собак. Да уж. Я, конечно, не очень рад. Но дикий дракон все-таки выглядит и вправду по-дикому. Ну, капец. Ткань динозавра. Так, ткань динозавра не исчезла. Не, вроде она не исчезла. Так, я же сейчас на динозавровом острове. Нет, я сейчас не на динозавровом острове. Давай тогда... Где на остров? Так, побежим сюда. А не, я помню это место, я лучше туда не побегу. Я побегу назад. Чё такое? Ты меня убил. Не понимаю. Кому я что сделал, ну? Сюда побегу. Что было? Ну, а, не, все-таки на динозавровом острове. Там, походу, бывает уже динозавров, так что лучше я пойду на дикого дракона. Потому что он...
Самый эпичный из всех их. Дракончик. Еще чуть я возьму жизняки. Ну, блин, меня все убивают. Ладно, я все-таки туда пойду. Меня все убивают. Что я им сделала? Давай, ты можешь побыстрее перемещаться? А, баб, точно. Ну все, баб. Так, ну кого мне убить? Да, да не того. Он, походу, самый-самый. Велоцираптор. Хищное животное. Капец. Какое-то дерево напало. Капец, я еще и этих мелких привлек. Я никогда не накоплю нормальный уровень. Капец. Так, ладно. Телепорты. 4 локации. Hot Springs. Бум-бум-бум-бум. Ну просто капец. Меня все убивают. Думаю, скоро я закончу. Да. Скоро я буду говорить те слова, которые я всегда говорю, когда снимаю видео. А сейчас я буду просто нападать на йети. Почему все говорят, что йети не существуют? Они все обижают. Почему словами? Эй, ты! Ну это уже никуда не годится. Чё такое с ним? Деби. Ладно, меня это уже начинает раздражать. Раздражать начинает. Ладно, походу, мне придется побегать, потому что я люблю бегать. Будем бегать, так как мне скучно. Чё, передатчик? Ладно, как-то пофиг. Мы сейчас пойдем на какие-нибудь города и... Нет.
найти телепорт. Вот Спрингс. О боже. Там была лягушка. Ну, походу, да, это лягушка. Так, тихо. Баб. Спокойно, я просто спокойно прохожу. Так, что это за штуковина? Ты то горячих сушек. И на меня он нападает. Конечно. Я никому ничего не сделал, на меня уже нападает. Конечно. Дай-ка мне жизни твоей. Дай мне жизни, я сказал. Вот, спасибо. Это настойка какая-то. Спокойно. О, паучок, здорово. Такое. Ну, походу, я умираю потихоньку. Привлек. Я уже убил. Ну, ладно. Я существую, иди-ка сюда. Спасибо его, он тебя уже убил. О, какая настойка жизни. Нет ничего такого, чтобы не было такой штуки, а то на меня уже достало. Я, если я на этого зомби нападу. Крендель горячих источников. Да его легко завалить. А. Новый левел. Слава богу. Как эти пауки меня уже раздражают. Ну на кого теперь нападем? О, был появился. Можно, конечно, на него напасть. Чуть забрать жизик. О, дай-ка мне свой жизик. Мана. Бочок. Давай. Чок. Убегайся, он сильный. Он был сильненьким. Но мне как-то на него пофиг. О, Грендель появился. Грендель, иди сюда. Дай ко мне еще жизнь. Ты сильный. Сильная собака. Падаешь как шкаф. Можно там еще на одного кренделя напасть. Ну вот. Два кренделя сразу. Бинго. Я все равно возьму жизнь. Отбавляется, мне прибавляется. Смотри, да. Да и этим ударом буду всех валить.
С ним всех. Паучка, конечно, сложновато. Мне он большой. Большой. Огромный даже. Я бы сказал бы даже огромный. Так, был. Было вам с буйволом я... Ладно, справился. С этим цветком я не знаю, справлюсь. Не... Ну ладно. Игольницы. Такой только вазу ставил. Так, вывал. Вывал, я же тебе сказал, ты тут не в тему. Говорил, что не в тему. Да, блин, чё у него? Чё, монстры кончились? Эй, отродье. Обожаю это так. Ну, уже как бы убил.